Телеканал 24 ДОК представляет. Среди 500 миллионов тем, находящихся в интернете, чаще всего люди вводят запрос об этой дате. О дне расплаты, как говорят о нем пользователи интернета. Откуда эти слухи? Кто эти новые предсказатели апокалипсиса? И кому выгодна вся эта шумиха по поводу конца света? Сколько мы не живем, мы все время ожидаем того или иного конца света. Постоянно снимаются фильмы на эту тематику, где человечество хочет выглядеть героями, где какая-то кучка людей, она начинает спасать мир всячески, влиять на ход событий, но это, опять же, такая голливудская сказка. На самом деле, если рассматривать тот или иной серьезный катаклизм, то ничего, кроме мародерства, на мой взгляд, ожидать не приходится. Этот бывший специалист по компьютерам даже ушел с работы, чтобы подготовиться к концу света. На данный момент истерия в народе, она все-таки просматривается, прослеживается. Потому что все мы люди, все-таки мы все хотим жить. Очень неожиданно будет для всех, если даже в теории вот рассмотреть, что в какой-то момент это может произойти. Люди живут, стараются там строить какие-то планы на будущее, а тут раз и все. Еще несколько лет назад 99% людей говорили о том, что в этом случае возникнет новый мир, более совершенная жизнь и так далее, в эзотерическом духе. Но я понял, что в этот день направление действия магнитного поля Солнца поменяется на противоположное, и это приведет к катастрофическим последствиям. На мой взгляд, каждый человек, он, проходя те или иные жизненные ситуации, жизненные уроки, он заслуживает для себя какие-то определенные ситуации в жизни. Кто-то, я образно скажу, выигрывает там, в лотерею $1 000 000, а кто-то выигрывает кирпич на голову, который падает из ниоткуда, по большому счету. Проходит огромное количество людей, но ведь кирпич, он падает на какую-то определенную голову. И тут основным предохранителем вообще являются вот именно наши собственные поступки. В Писании говорится, что если вы готовы, вам нечего бояться. И если мы подготовлены, я думаю, у нас будет больше шансов выжить.